Какие-то недолгие романы были с кем-то. Мне всегда было так чудно. Это чё? Я теперь чей-то? Вот у меня же такое, пардон, охуевшее от состояния было, когда я попал в армию. Это чё, я теперь не свободен? То есть мне даже в туалет сходить? Товарищ сержант, разрешите сходить? Это чё, я типа раб, что ли? Ну, такое ещё, что надели кандалы, ну, реально, как рабство, да? То есть концы, ну, там, да, армия. Кандалы, но это про армию. И про то, что когда ты, пардон, с кем-то... Это чё, я теперь... Мне было такое, ну, Каль, это чё, я теперь чей-то? Поэтому... Свободным быть лучше. Все. Я потом, сейчас мы споем, а потом я скажу на эту тему, что я думаю. Я не пою пока, я просто развлекаю. А мне все лень, давай говори. У меня ленивая сегодня в расслабоне, вообще все неохота. Хорошо же. Ну, короче, мне кажется... Ой, осторожно, да, тут. Вся с волосами. Реально на меня понесели. Вот в моей вообще картине мира, ну, наверное, в идеально, да, что... Два человека должны быть цельными. То есть нормальную, полноценную семью, там, не знаю, будущее, могут построить два... Два цельных человека. Да, то есть не то, что вот моя половинка, а вот я один, и он один. И мы вместе, нам хорошо по отдельности, нам хорошо вместе. Ну, это картина. Так это идеально. Да. Достаточно радужно. Сейчас да. Нет, ну я просто к тому, что я для себя рассматриваю, что только такие отношения, что вот я как цельная полноценная личность, я хочу рядом с собой видеть цельную полноценную личность, чтобы у него была определенная свобода действий, да, чтобы он мне не отпрашивался. Вот для меня это было дико, что мне нужно куда-то отпрашиваться. Да какого хрена? Что это парни тебе твои говорили, что типа... В Москве, когда я жила, да, как это ты без... Почему ты пришла на полчаса позже с работы? Я просто пошла одна погулять. Как это ты одна без меня пошла погулять? Ты меня не любишь! И вот это, ёб твою мать! Это означает, что не... Кто у меня, Саша, так? Где была с 5 до 7? Это такой бред вообще. Вот 3 остановки тебе пройти. Где была? Вопрос. Просто. Я хочу побыть одна, да. Как это ты хочешь побыть одна без меня? Ну просто, это нормально. Так это нормально. Я вообще не представляю, как вдвоем жить. Вот это вот и нормально. Потому что отпрашиваться не надо, что вот просто вот я иду сегодня на концерт. Там, да? Или давай пойдем на концерт. Ну ты не хочешь идти, ну, а я хочу. Поэтому я иду одна, а ты занимаешься, идешь своими делами, отдыхаешь от меня. Там. Или, ну, так нормально. Ты делаешь то, что хочешь, я делаю то, что хочу. С мужиками что-то мы делаем вместе. Вот. И я знаю, как бы, такие семьи, когда это нормально, что муж отдельно своими делами занимается, жена, что они делают вместе. То есть это когда... Ну, могут просто... же у меня быть какие-то непересекающиеся увлечения. И это нормально. И важно, чтобы каждый человек уважал право другого на его частную жизнь и его интересы, которые у них пересекаются. Тогда получаются нормальные отношения. Но это найти такого человека... Только что вот то, как ты описала, такой тип людей, это, на мой взгляд, люди, которые у очень хорошего психолога проработали большую часть самых своих выпирающих болячек психологических. Вот такое чисто мое наблюдение, да, вот оно красиво звучит в описании, но, опять же таки, по моему опыту общения с разными людьми с приставкой «пси», когда начинаешь заниматься собой, там при помощи разной карты метафорические, что-то еще, то есть, ну, такие какашки из тебя выдернули, как я с этим говном жил. Но за пути уже нет. Вот в смысле, путь человека, который в психологии как-то, вот я как бы, да, я свою прорабатываю, как бы, ну, я понимаю, что, как этот самый ученик кунг-фу, я понимаю, что он там на вершине сидит мастер кунг-фу, а я еще карабкаюсь по горе, но я вот когда доберусь до верхушки, тогда оно и будет. Вот такое возможно, но надо вот идеальную проработанность своих болячек психологических. Опять же таки, нужно признавать все свои внутренние чашки. Тут много-много всего надо поделать. Вот. Ага. Я, конечно, зеваю, когда мне интересно. Это сложно, непростой шаг. Это сложно. Вот нужно это, точнее, это не один шаг, это серия действий определенных. Да, вот да, да. Я